Меня опять Маша, и сегодня, ну, опять я снимаю это же видео, только мы пересели с того места сюда. Вот. Это мои роллы, я вам тогда говорила. Это что, мои роллы? Ой, они падают. Ну, ладно. Мои, это мои. Это что такое? Это я съем, это называется... Что это? А сейчас я покажу. Имбирь. Сейчас я покажу всякие мяси у Светы. Всякие мяки вот твои. Вот, это мои. А это? А это называется. Смотрите, шоколадка. Унаги хосомаки. Японское какое-то название. Да, роллы с японской кухни. Да. Так, где мои? Нет, это что там? Это твоя шурма. Мы взяли шурму с собой. Дома сидим. Нямка. Это палочки, если хочешь, домой возьмешь. Я люблю эти палочки. Так, сейчас мне надо взять мой сок. Сачок? Никто не будет брать мой вишневый сок. Но сначала я выпью яблочный. Так. Куда же бы его поставить? Ладно, давайте я, наверное, сюда поставлю. Так, наверное, меня видно. Так, все. Будем приступать. Есть. Сок. Картошечка. Ты же за эти дела, за роллы. Один. А я еще не один. Вилка. Руками есть. Ты нам одну, что ли? Ножиком есть. Прям-прям. Это когда руками буду. Это соус домой возьмем. Вот. Соус. Он со соленый такой, знаешь. Надо тебе? Ну, спасибо. Домой возьмем. Сейчас, я съем. Этот имбирь мне давай. Фу. Это горчица зеленая. Никогда не ешьте эту горчицу. Тебе ведь все перекладывает. Надо тебе? Нет. Это та? Да. Спасибо, нет. Почему? Она мне свои роллы предлагает. Да. Света ножиком ест, как все русские. Ну так, у меня не есть. Нет. 8. Угу. Она забыла свой заказ. Вон там 8 написано. Картошка запеченная, забыла. Опа, на, блин. Ладно, пока ее нету. О, идет уже. Вот какая картошка. Сейчас покажу. Как вы думаете, красивая картошка? Красиво. Вот здесь есть вилка. Элементарно, Ватсон. Да. Все, Света начала вилка есть, как все японцы. Японцы палочками едят. Мы вилками. Я ем очень сок. Она пьет этот мультифрукт. Да ну. Люблю картошку. Когда она целая такая, я ее не люблю.
Такой не любишь? Такой не любишь? Картошку такую. Надо тебе ролину еще. Ролину? Нет. Тебе хватит? Да. Хватит? Ешь. Делиться надо. Туда мою берем. Семечками. Нет, мне свои достаточно. Нет, смотри. Я уже наел свои роллины. Пятняшка. Вкусная картошка. Вкусно вообще. Нет, это... Я наелась. Как это? Это съем. А? Съем, ты оставляешь, что ли? Червяк. Федя попался червяк. Нет, о боже. Это не червяк. Это наверное, сыр. Ой, блин, руками неудобно держать. Сыр никогда не сдается. Запомните, сыр никогда не сдается, когда он такого запечен. Как там? Это сыр точно. Очень вкусно. Ролина. Угощаю. Сок. Света там еще дофигища, она мне раньше сок пила. Так и буду тебе таскать этот сыр. Что ты меня снимаешь-то, Маш? От чего? Дай поесть нормально. Я не привыкла есть, когда меня фотографируют. Я взяла второй сок.
уже вишневый. 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 Вот эти два только мои любимые. Ты яблоко уже выпила? Да. Ну, такое... твердая картошка. Сколько? Вкусно? Сюда можно и вам приехать. На какой-то улице там? Улица Лепси. Улица Лепси. Ну, если вам разрешат. В начале улицы Лепси. А? В начале улицы Лепси. В начале улицы Лепси. Увидите, наверное? Да. И, наверное, вам около разрешат. Около площади рядышком. Они, наверное, поняли. Наверное. Потому что есть донарка недалеко от тебя, где мы тогда хочешь сидели. Это я тоже помню. По улице, тут надо в самом конце, там, около парка Победа. Ну. Когда мы на автобусе ехали. Да. А потом домой все пошли. Поехали. Вот. А это в начале улицы. Я бы птицу картошку заняла. Молодец. Там уже все остальные засохли. Чего засохли-то? Они поджаренные? Они пожаренные, они очень тяжелые. Музыка такая. Ну ладно, всем пока и подписывайся на мой канал. Я тут немножко посидим, хочу сразу бежать. Посиди спокойно. Так я прощаюсь. Картошку доедай. Давай. Будете есть эту картошку. Не буду купить чугурбишки, даже не понимаю. В общем, ставь лайк и всем пока.